Всем привет! Друзья, приготовим с вами быструю ачму. Этот вариант очень быстрый и простой. Это когда все продукты у вас под рукой. Получается очень вкусно, сытно и легко готовить. Итак, нам понадобится с вами лаваш, сыр, творог, молоко, зелень, яйца и, конечно же, соль и перец по вкусу. Итак, берем лаваш. У меня это длинный лаваш. Я его сворачиваю трубочкой для того, чтобы было удобно резать. Режем на такие вот колесики. Далее эти колесики режем еще пополам. Можно взять ножницы порезать. Вот столько лаваша у меня получилось порезанного. Далее в другое блюдо высыпаю творог, яйца. Обязательно посолим, можно даже поперчить, все это делается по вкусу. Перемешали, добавляем зелень, у меня здесь лук и петрушка. Далее сыр, еще раз хорошенько все перемешиваем. Обязательно посолим, то есть у нас должна основа достаточно соленая быть. Далее начинаем добавлять молоко. Смесь должна быть достаточно такая жидкая, не густая. Берем с вами нарезанный лаваш и начинаем добавлять к нашему творогу молоко, то есть к жидким ингредиентам. Хорошенько все перемешиваем, так чтобы лаваш весь был в этой массе. Далее берем форму, любую, у меня это керамическая. Хорошенько смазываем маслом и выкладываем нашу быструю ачму. Далее разравниваем все. И духовку разогреваем до 180 градусов 40-45 минут. Итак, моя быстрая ачма готова. Посмотрите, какая она красивая получилась. Она даже у меня поднялась немножко. Очень вкусная, ароматная получилась. Обязательно отрежу кусочек и покажу, какая она получилась внутри. Внутри вы можете даже увидеть слоеность этого быстрого пирога. Получается, вот правда, очень вкусно. Готовится все это быстро, продукты доступные. Я думаю, этот вариант быстрой ачмы вам придется по душе. Друзья, обязательно подписывайтесь на мой канал, никогда не пропускайте новинок, подпишитесь и на мой новый канал, ссылочку я вам оставлю внизу в описании под видео.